Доброе утро всем, прекрасного настроения, а я бегу на йогу к девочкам. Начинается новый день, я думаю, что сегодня будет очень хороший день. С утра приняла душ, потому что вчера после рыбы моей так отключилась вечером, что загрузила вам видео, отключилась. Друзья мои, бегу, а то опаздываю. Ну и Ашкым выпустили полетать. И он сначала растерялся. Ашкым, да, мальчик гуляет. Немножко полетать надо тебе, Ашкым. Полетать надо тебе. Давай, давай, летай, летай, летай. Иди сюда, иди. Иди, мой мальчик, иди, мой мальчик. Вот, наконец-то нашел себе там. Ой, устал. Ладно, оставлю я тебе. Всем привет, мои дорогие. Еще раз, если я забыла с вами поздороваться раньше. В Турции начался праздник Джумхурият Байрамы, День Республики. Сейчас в 14:00 началось грандиозное шоу по всем каналам телевидения. И все очень красиво. Сейчас выступает наш Эрдоган. Таиф Эрдоган, Речеп Таиф Эрдоган, президент Турции. Мой муж даже поднялся в честь этого события. Мы сейчас слушаем его. А у меня скоро начинается вебинар, я, естественно, послушала, похлопала и иду заниматься. Сегодня я сделала вот такой макияж, видите? Покажу вам здесь получше. Вот. Сегодня я решила сделать такой макияж, покрасила бровки, как я вам. Такая у нас погода, видите, я в комбинезоне. Покажу вам макияж мой новый, я сделала новую тушь для бровей, испробовала гелевую. Я так кокетничу перед вами. Ко мне приходит карго приходит, по одной вещи несут. Я покажу, какие я карандаши приобрела. О боже, какая красота, дорогие. Покажу вам, какую тушь я купила для бровей, профессиональная. Вот так она выглядит. Кстати, купила вот такой карандаш и очень довольна. Такой же, вы знаете, почему я решила? Потому что кто-то мне посоветовал, это очень хорошая фирма, она дешевая. Этот карандаш для бровей в Турции стоит 20 лир, и он так классно ложится. Зачем покупать? Вы знаете, я стала сейчас рационализатором. И еще покажу вам, какую я купила краску для бровей. Сначала я решила, сделала заказ дорогой, 270 или 280. Потом посоветовала с моими подружками, и они сказали: Светлана, зачем переплачивать, как-то возьми самую дешевую. Если тебе не понравится, сделаешь заказ другой. А дешевые турецкие, они все хорошего качества. И действительно, мои дорогие, это так. Это так, это же фирмы, как и почему я и все взяла это, видите? Тут есть еще и чашечка, и палочка, они у меня сушатся. Вот мне насколько хватит. Какая я стала умная вообще. Раньше выбрасывала деньги на ветер, который так трудно зарабатывать. Ну вот, что касается этих моих покупок. Сейчас я вам покажу мою красоту. Посмотрите, какие цвета здесь. Вы видите, какие красивые цвета. 48 штук.
48. Мой трансерфинг. Так, 48 штук. 48 штук. Эти карандаши я взяла. И вот эти. Эти тоже 48 цветов, но они 24 такие, посмотрите. Вот. Сделала запас. А эти какие яркие. Боже, какие красивые. Буду рисовать и рисовать. Ну все. Всем добрый вечер, мои дорогие. Сегодня в Турции праздник, поэтому муж пригласил меня в ресторан. Я не знала об этом. Для меня было как-то неожиданно. Но, видно, мое нутро мне подсказало то, что я сделала днем макияж. И, в принципе, даже и не хотелось ему дойти, но потом подумала, нельзя отказывать. Раз муж приглашает, нельзя отказывать. Все дела подождут. И в итоге мы пришли в наш любимый ресторан. Здесь не оказалось мест. Мы не зарезервировали. Действительно, очень переполнены. И если есть пустые, то зарезервированы. Что мы сделали? Собирались уходить и нас вернули. Потому что не хотят потерять таких хороших клиентов. Да, праздники в Турции умеют отмечать. Но я покажу вам, если что будет интересно. Пришли музыканты. Посмотрите, какой зал весь переполнен. Люди идут, идут. Yeah.
сыпали деньгами. Яшка ему говорит, я пойду соберу. Он мне не разрешил собрать денежки. Еще деньги надо. Сейчас она споет. Шашлица. Thank you.
сейчас начинается шоу. Он будет чиковте делать. Такие здесь сексуальные женщины. Вечеринку в Турции. Благодарю моего мужа, что привел меня сегодня, и что я пришла, согласилась. Очень будет интересно. Чиковте делает, чиковте. Я впервые вижу такое в ресторане. Находится и не падает, вы понимаете? Мой муж сказал, что он делает. У него в толстой. Деньги надо платить за это. Пробовать даю.
большому столу и угощают. А это, видно, хозяйка, она такая крутая. В возрасте уже, это она нас усадила, а то мест не было. Смотри, какая. Thank you.
Лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.